Друзья, мир вам, приветствую вас. Хочу поделиться словом. Это 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Здесь Писание говорит: любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Я хотел бы акцентировать ваше внимание, что в любви нет страха. Я видел очень много сильных людей, успешных людей, которые пытаются отогнать свои страхи. Но самое лучшее, что мы можем делать, это не убегать от этих страхов, а разобраться с ними. Потому что, как правило, страхи, они базируются на каком-то нашем прошлом опыте. И самое лучшее, когда мы можем призвать Бога, когда мы можем на самом деле увидеть Его любовь. Потому что Его любовь, она освобождает нас. Увидеть Его будущее, увидеть Его надежду, увидеть Его благословение, то, что Он желает. Не то, что навеет или мои страхи, мои переживания, но то, что Он желает для меня. Поэтому Господь да благословит каждого из вас. Молюсь за вас и прошу вас, не убегайте от ваших страхов. Просто пригласите Бога, пригласите Его любовь, и Господь освободит вас от ваших страхов, и мы сможем прийти в наше будущее, то будущее, которое Бог приготовил для нас. Во имя Иисуса. Аминь.